саженцы клематиса «Белый лебедь» уже в апреле превратят любой кусочек земли в настоящий оазис. Особенностью этого раннецветущего сорта, помимо ярко выраженного аромата и оригинального названия, являются необычные полумахровые белые цветы. Цветет обильно, с апреля по май, на солнце и в слегка затененных участках. Довольно нетребовательный и морозоустойчивый сорт прекрасно подойдет для высаживания вдоль изгородей, среди камней, вблизи кустарников и хвойных пород деревьев. Удачный результат канадской селекции Clematis Белый Лебедь отличается изяществом и неприхотливостью. Clematis гибридный Белый Лебедь, White Swan, это лианы высотой от 60 до 70 см. Цветет растение в месяц май, июнь, август. Размер цветка этого прекрасного растения достигает от 6 до 8 см. Обрезать растение нужно на высоте, не требует обрезки сантиметров. Clematis гибридный Белый Лебедь, White Swan создал F.L. Skinner Canada. Годом создания растения считается 1961. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.